Всем привет, с вами Робот Энгейм, и сегодня мы поиграем в игру под названием Pet Simulator X. И в этой игре вышло обновление. Конечно, не такое большое, но тут добавили две новые локи. Автоудаление. Ой, то есть, ну да, вот. Тут типа мы удалили обычных, редких и эпических. Легендарных нельзя, потому что они и так крутые. Кстати, у людей уже 500 миллионов сила, а у меня только 3 миллиона. Ладно, сегодня мы откроем две новые локации, я накопил специально, когда наступило обновление сразу, потому что я не готовилась. Ну ладно. Вот, смотрите, две новые локи. Это сладкая локация и, короче, хэллоуинская. Типа, все думали, что будет, типа, сам Хэллоуин локация, ну то есть ивент, а тут, оказывается, просто локация с пэтами. Вау. Вы получаете доступ к радужному яйцу. Вау. Здесь у нас, короче, такой вот прикольный мир. Вау. Все такое красивое, типа шоколадные монетки. Кстати, нормально заработаем без двойного... Ой, тройного множителя. Ну, тут ничего интересного нет, поэтому возвращаемся обратно. Самое интересное находится в локации за 20... Почти 25. Ну, я, кстати, 25 случайно купила, ладно. Настолько дорогие яйца, что мне даже не хватает на одно. То есть 2 миллиона это мало. И вот такая вот лока, такая прикольная. И вот, о, и сундук, и сундук. Сундук. А это какие у нас пасхалки? Какой-то непонятный. Рип. И вот Рип Pet Simulator 2. Если что... Если что, я не знаю, что это означает реально, так что простите. Тайван кол, я не знаю реально. Ну ладно, сейчас мы будем фармиться на вот этом странном сундуке. Хотя давай попробуем вначале монетки посмотреть. Что так много? О, 7 тысяч. 20 тысяч. Почти 100 тысяч. Вау, а посмотрим сундука. Здесь у нас 12 миллиардов 500 миллионов. Да, это очень много. 12 миллиардов хп. Короче, это просто более... Это просто... Блин. Тот сундук сделали фиолетовым. Все. Ну, тут реально видно его такие же зеленые, типа мох, но нет. Фантастический мир. Типа древний сундук, только теперь просто фиолетовый, да. Умею я объяснять, ладно. Просто фиолетовый тот сундук, ладно. И кодики. Кодики это самое главное. Вот два кодика вышло на два... Я не знаю, сколько там гемов. О! А, вот, понятно. То есть 3 миллиона стоит и радужный сундук. Back to back. Это обновление, когда вышло, добавили код. Но несколько гемов. Я еще посмотрю, сколько. Не написали. Жалко. Уже 4 миллиона, кстати. Быстро тут зарабатывать, смотри, миллион. С того сундука я мало зарабатывал. Тут уже все. И бесплатные кристаллы. Даймондс. Блин, а. Даймондс, вот, все. И нолька. Тоже гемы, я не вижу разницы, у меня очень много гемов. Наверное, 1000 дают, но так мало, типа. Так, смотрите, сейчас будем, попытаемся сломать гемы. Хочу посмотреть, сколько дадут за гемы. 20 миллионов! Наверное, как и во всех локах, мне кажется, так. Это, наверное, только из-за того, что их много. ХП, поэтому их много дают. А так ничего не дают. Вот такая вот... Локом. Прикольное обновление. Сейчас попробуем открыть какую-нибудь яйцу. Пойдем посмотрим. О, нет. А, вот это 3 миллиона стоит. Ладно, давай попробуем. Не, давай-ка я уж сейчас не буду испытывать это. Я хочу посмотреть, что на пэт. Ой, короче, скелетик. Скелетик с руками. Рипер. Виллоу. Феникс, скажите. Я не знаю, как его зовут, если честно. Огонь и новые редкости. Типа это... Мифический, да.
Cutepad. И тут единорог, рыбка, ламп, слайм. Короче, тут фигня по это. А вот это вообще круто. Я, короче, наверное, открою одно яйцо и закончу ее, потому что, ну, тут ничего общего, ничего нету в обновлении. Ладно, откроем яйцо и заканчиваем видео. Да, такое маленькое видосик. О, редкий сразу, вау. Виллу, 200. Ой, ну так много имеет. Ну ладно, всем удачи и всем пока. Это был маленький обзорчик на обновлении. Хотя, не буду, я буду копить именно на эти. Всем пока.